Как вы думаете, мне идет, ребят? Всем привет. Люська, привет. Мне все идет. Вы шутите? Ладно, надо очки надеть, потому что я пришла на лазер. Приехала на процедуру лазерное удаление волос. Привет, привет. Спасибо большое. Да, я лазеры делаю, но я делаю только руку и подмышки, потому что у меня везде татуировки, мне нельзя. Но одну руку я всегда делаю, на которой не видно. Сколько раз нужно повторять? Ну, 6-8 и все. Я вас заметила. По хорошему курс 8. Привет Иркутску. Мне 31 год. Не знаю, когда в Германии. Привет, нет, носик мой. Страшно вам? Лазером можно, кроме татуировок. На татуировках нельзя, девочки. Исчезают навсегда ли? Ну, не знаю, сейчас доделаю. Потом я вам смогу сказать, навсегда они исчезнут или нет. Нет, это вообще не больно абсолютно. Вообще. Ну как, неприятно, но терпимо, не больно, нет. Яша, посмотри, какие у меня очки крутые. Девочки, цены разные на разные участки, как бы кто что делает. Просто я делаю только ручку. И подмышки. Окей, у нас 3000. Ручки 3000 полностью. А, да, лазер глэм. Вы тоже здесь делаете? Делаю на Кутузовском возле дома салон лазер глэм. Подмыхи сколько? 1750. 1750. Это Александритовый лазер, да. Когда к татуировке приближаемся, мне прям страшно становится. Да, по халатику поняли. Тебя узнали. Да? Да. Очень жаль, конечно, что на той стороне нельзя на той ручке сделать. Вот. Привет, привет всем вновь прибывшим. На лице удаляют лазер. Усики сколько стоят? 800 рублев. Делаю лазер. У меня это третья, по-моему, по счету. Я... Да, третья. Почему на татуировке нельзя? Потому что будет ожог. На лице не поверите никогда, почему-то как-то не этот. Ну вот вы сейчас сказали. И я подумала, что в принципе можно сделать и на лице. Ну да, верхнюю губу. Светлые растут меньше, светлые
подушки. Что такое подушки, сколько стоят? Подушки или подмышки? Подмышки вы, наверное, имеете в виду? Подушки. Подушки. Подушки стоят, я не понимаю. А вот девушке не помогает, одна, она на сопрано ходила, не помогла. Сопрано не помогло, но у Александра самый хороший. Нет, одну руку я убираю. Сопрано это диодный, нет, лазер? Это диодный. Не знаю, лазер. Сопрано, ой, господи. А вот наш Александр Битовый лазер. Вон вам ответили, сопрано это не то, вот то, что я делаю, это то. Нет, почему у меня одна волосатая, а вторая нет, у меня обе волосатые. Но одну там делать нельзя, потому что там татуировки я убираю витом. Подождите секундочку, я сейчас... Я на лице ни разу не делала, я же вам сказала, вот вы сейчас написали про верхнюю губу. Противопоказания есть только беременность и лактация. У меня были несколько беременных, так что... Вот, видите, несколько беременных ходила. Да, а, подмышки 1700. Много с чем мои татуировки ассоциируются. Привет, Валенсия. Ноги тоже можно, там не везде тату, да. Ничего, что я загорела? Да, я выбираю там чистоту. Да, видите, выбираю чистоту и можно. А шугаринг я делаю сколько лет? Кстати, тоже у Наны. Много лет уже. Где делаю? На Кутузовском лазер глэм. С волосами на голове мою голову. Процедура называется. Привет, Харьков. Здрасте. Никак ничем не ухаживаю. Делаю лазер. Нет, не шугарингом, витом. Мою обычным эльсевом. Кастинг 400. На румяна мак. Потому что у меня татуировка там, девочки. Я не могу в области бикини делать лазер. Ну, бикини очень хорошо уходит. Поджелудочная очень меня прям несколько дней. Сегодня очень тяжко. Просто я давно была записана. Вот. Сейчас доделаю, пойду домой валяться. Я не делаю ни кератин, ни ботокс, ни выпрямление, ни наращивание, ничего. Единственное, что удаляет волосы навсегда, это электроэпиляция. Не знаю, девочки. Но мы же обходим, видите, на ней же не делают. Да, у меня в области бикини тоже татуировки. Спасибо большое. И нет, девочки, это абсолютно не больно. Ну, не знаю, правда, в области бикини, не могу сказать, не делала. Вот, но так это не больно. Это третья по счету процедура. Нет, не больно абсолютно. Сейчас будут гладенько так, что аж мухи скользить будут. Вот вам ответили на цвет волос. Можно делать ли лазер в области бикини, если было кесарево? Да, да, можно. А, на лице, вот девушка писала, да, можно удалять. Сколько ж у меня за полгода мужиков было, расскажите. А, препарат... Точно скажу, то я не выговорю. Gentle Laser Pro. Насколько хватает? Раз в полтора месяца. Да. 8 процедур на теле. На лице немножко больше. Это 12 процедур. И по
повторно надо профилактику пройти год раз. Вот, раз в год это делается для профилактики. Это же прекрасно. Нет, не пользуюсь, я так понимаю, это косметика, да, La Prairie. Вот мне посоветовали крем для под глаза, что пипец какой дорогой, но самый лучший. Вот, видите? Усё. Доктор, да, армянка. Привет, Еревану. В солярий не хожу, сейчас нельзя, мне ботокс укололи. Ебанутая ты. Начнем с этого. Привет. Ребят, ну давайте пока здесь. Марика, привет, я тебя сейчас наберу и скажу, что как бы, ну, объясню все. Давайте пока здесь, я беременными, ну вот, вообще как бы противопоказано, но Нана говорит, что несколько девочек были беременные. Пока здесь этот, я нахожусь, спросите, потому что потом я не смогу ответить, я не все знаю. Я вообще, если честно, ничего не знаю, я не задаюсь этим вопросом. Мы сахаром делаем? Что? Или воском? Воском. А, да, на лазерной, ну, я делаю только руки, потому что у меня татуировка. Да, представляете, у меня есть прыщи, я не робот. А еще я какаю и писаю. А бикини не вредно? Нет. Нет. Вообще без вредно. Вот девушка там тоже беременная зона, ходила. Да? 1700 подмышки, это стоимость одной процедуры, да? Да. Да. Губы накрашены. Надо еще что-нибудь спрашиваете? Если нет, если купить домой препарат Philips, не знаю, сколько стоит бикини? 4000. Возрастные ограничения есть. 14 лет дочки. Усики хотят. Можно. Глубокое бикини сколько? 4000. Сколько процедур нужно? На бикини 8. На бикини 8. Я на кутузе, Марик, возле дома. Прям возле дома. Процедур 8. Процедура лазерного удаления. Называется лазер глэм. Какой лазер лучше делать на лицо? Ну, если пушковые, то вообще нельзя делать на лицо с провоцированием. Если жесткие, то наш камбелла джентльмен. Если есть много родинок? Родинки не обходят. Обходят. Восемь процедур, и потом раз в год. Да. Если пушковый светлый, вот только что ответили, нет. Кто такая Оксана Овсепян? Я такой не знаю. Здрасте. А, нет, не хожу я к ней. Не хожу. 14 лет, я думаю. Если менструация уже есть, то можно. А сколько раз нужно сделать на ногах? Ну, тоже 8 процедур. 8. А потом раз в год? Вот, да, повторно. А если баки, лучше кэндала? Да. Да. Вот кэндала наша. 8 процедур раз в полтора месяца. Если веснушки? Ничего. Можно. Девушка, ну что же вы, ну если вы делаете электро, вас же никто не заставляет приходить делать сюда. Ну сделайте, пойдите электро и все. В чем проблема?
Ну не тратьте деньги, зачем вы чужие считаете? Нельзя после 8 процедур делать каждый месяц полтора. Не поняла вашего вопроса. Пигментация на лице будет? Нет. Нет. Не загорать, то не будет. Если не загорать, не будет. Загорать нельзя 2 недели и после тоже. Я похожа, да, на рыбку. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Я вижу вас, мне на ваше сообщение мужчине что ответить? Вам нужно ботокс заколоть? Ну, пойдите уколите куда-нибудь. Мужчины тоже делают. Почему? Ну, я говорю, ну, а я при чем? Ну, пойдите уколите. Вон в каждом салоне колят его. Межбровье надо человеку уколоть. Бедный усрался писать. Обучают лазеру? Нет. Я без макияжа, девочки. На мне вот столько тонального, консилера, пудры и всего остального. Как убирать редкий пуховой волос, пусковой, пуховой, не знаю, на лице? Пуховой волос, это не пуховой, пусковый волос. Лучше не убирать. Лучше не убирать. Или ниточка, или сахар. А что с моей второй рукой? А мужчине можно сделать глубокое бикини? Можно, но не в нашем центре. Можно, но не здесь. Зачем столько макияжа, чтобы быть красавицей? Кожа. Кожу я хожу к косметологу, чтобы она не портилась от тонального крема. Элос, эпиляцию делаете? Нет. Процедура сколько длится? Ну, смотря что. Что мы сейчас вот, ну, 7 минут? Ну, максимум 10 минут. Максимум 10 минут ресниц. Серьезно, без ресниц плохо, ну все. Раз вы сказали, сразу пойду делать. Ты за своей жопой следи, а не за моим ртом. Спасибо большое. Бикини больно? Ну, не могу брать, немножко больно, но потом со временем. Уже когда начинают редкие расти, уже... Как убрать светлые волосы? Можно, наверное, диодные делать, если светлые. И, девочки, давайте, чтобы потом вы... Убивает луковицы она? Да, конечно. И банашка бабушка твоя. Выпадает. Противопоказания, беременность и лактация. Для родинок родинки обходят. Я выложу в сторис отметку. Все сохраните, чтобы потом в директ не писали. Эфир я сохраню. Вот. Выложу отметку с адресом. Только меня не надо. Будут пасти. А то мы соседи. Как делают? Похудеете килограмм на 10, и будет у вас подтянутый контур лица без грамма жира. Если вы будете весить килограмм 50, как я, все будет, дорожка на животе сколько? 800 рублей. Есть. Я даже не знала. Алиса, пожалуйста, не еби мозг. Я сегодня очень себя плохо чувствую и этот. Ладно, ребятки, точнее все девочки, да ужас, какие злые люди, не говорите. Уже сделала лазер. Я эфир сохраню и напишу. Всем отличного дня и привет, Баку.